Пенсионер жил в квартире вместе со своей собакой. Мужчина погиб еще до приезда скорой. Вместе с ним и его пес. По словам соседей, хозяин жилья много пил и часто курил в постели. Где-то в 12 часов ночи дети услышали запах. Да, я вышла, вызвала пожарную, скорую, милицию и все. Ну, соседям дальше постучались. Все выходили на улицу. Задымление было настолько сильным, что пострадали соседи погибшего. С отравлением троих доставили в 8-ю горбольницу. Тут проживает моя мама Дмитриева Галина Федоровна. В связи с пожаром она попала в реанимацию, лежит в 8-й горбольнице. Но пожарные, слава богу, взломали двери и вынесли ее. В квартире сгорело практически все – мебель, личные вещи и техника. В соседних жилищах пламя повредило потолки и электропроводку. За вказанной адресой было направлено по одному отделению 16-й и 12-й державных пожарно-рятувальных частин на трех пожарных автомобилях – двух автоцистернах и автодробине. Спасатели справились с огнем меньше, чем за час. Причину пожара устанавливают полицейские. Николай Неручик, Виктор Зубченко, 1-й городской.